Трехдневный конный переход длиною в более чем 230 километров, посвященный Дню возрождения карачаевского народа, завершился в Карачаево-Черкесии в ауле Учкулан. В высокогорном населенном пункте прошло торжественное мероприятие, участие в котором принял и глава республики Рашид Тимрезов. Артур Мухце, подробнее. Посвященный Дню возрождения карачаевского народа конный переход по сложному, но удивительно красивому горному маршруту завершился в ауле Учкулан красочным, многолюдным, торжественным мероприятием. На сцене были отмечены достижения тех, кто участвовал в преодолении маршрута. Является восходителем на Эльбрус, также у этого жеребца еще с молодости очень много достижений. Все поаплодируем этому жеребцу и его хозяину. Здесь же прошла выставка лошадей карачаевской породы, победитель которой должен был получить главный приз от главы республики Рашида Тимрезова. С мая 1957 года начался путь возрождения карачаевского народа, его интеграции в экономику, социальную жизнь своей малой родины. Животноводство и в частности коневодство является одним из традиционных народных промыслов жителей нашей республики. При активном содействии кафедры коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии и лично вашей, Владимир Александрович, за что я вас хочу поблагодарить, в результате многолетнего труда коневодчиков, профессионализма и любителей коневодства Карачаево-Черкесская республика стала одним из лидирующих регионов России в этой отрасли. По словам главы региона, благодаря федеральным проектам фермеры и конезаводчики получают субсидии и гранты на поддержку хозяйственной деятельности. Кроме того, в Карачаево-Черкесии работают конные школы, на базе которых организованы реабилитационные курсы для особенных деток, а также проходят соревнования по различным дисциплинам. О важности сохранения самобытной культуры и продолжения селекционной работы конезаводчиков говорил и гость республики, заведующий кафедрой коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева Владимир Демин. Я рад вновь находиться на этой прекрасной земле, где живут и трудятся красивые, добрые, трудолюбивые люди. Сегодня мы чествуем участников конного пробега, который был совершен на лошадях карачаевской породы. И очень отрадно, что старт этому переходу был дан в Карачаевском конном заводе, то есть в том месте, где возрождалась карачаевская порода лошадей. Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджибердий вручил Владимиру Демину орден Координационного центра мусульман Северного Кавказа первой степени за заслуги перед Уммой. Такую же награду получил депутат регионального парламента Хасан Хубиев, принимавший участие в конном переходе. В рамках мероприятия по результатам испытаний определены лучшие жеребцы, которые теперь будут задействованы в популяризации и улучшении данной породы. А главный приз главы Карачаево-Черкесии автомобиль достался жеребцу Исхал, владельцем которого является Алик Бархозов из Карачаевского района. Артур Мухце, Зумрад Гербекова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.